Еще раз просьба, повернитесь, пожалуйста, направо. Уже собрали. Внимание, налево. Вот, пожалуйста, сюда. Дорогие спортсмены, 85-й пробег. Через 10 минут будет дан старт. Ну, а сейчас слово предоставляется главному редактору газеты «Вечерний Петербург» Константину Михову. От имени газеты «Вечерний Петербург» приветствую всех участников юбилейного пробега. Нашей газете немного больше, чем пробегу. Но я считаю, что и «Вечерний Петербург», и «Петербургский марафон» на призы «Вечерки» — это два бренда великолепных городских. Спасибо всем, кто поддерживает все эти годы наш пробег. Удачи на старте. Я знаю, что здесь сегодня бежит рекордсмен трассы. Желаю удачи ему. Попутного ветра. Санкт-Петербург. Thank you.